Хабар-24 продолжает свое вещание. Вновь выпуск новостей. С вами Арстан Балтин, Хасан Исраилов. Здравствуйте. Казахстанские бизнесмены просят депутатов изменить законодательство о госзакупках. Предприниматели предлагают внедрить единые требования, по которым будет оцениваться потенциал предприятия. Свои предложения бизнесмены озвучили на расширенном собрании фракции «Нур Отан» с участием спикера Мажилиса Нурланом Нигматуллиным и председателем Президиума Национальной палаты предпринимателей Тимура Кулебаева. В свою очередь депутаты предложили Нацпалате предпринимателей участвовать на стадии разработки проектно-сметной документации проекта. Это очень правильно, потому что вы знаете, что уже на стадии проектно-сметной документации идет затачивание под конкретного производителя, да, то есть или под конкретную импортируемую продукцию. И потом уже, когда идет тендер, уже бесполезно, вы находитесь в этой тендерной комиссии или не находитесь. Если это сидит проектно-сметной документации, ничего там вы не измените. Нужно участвовать именно на момент разработки проектно-сметной документации, и там нужно указывать, что там должны быть отечественные товаропроизводители. Искоренять планируется и демпинг цен, из-за которых нередко тендер выигрывают компании, предложившие самую низкую стоимость. Мы будем показывать случаи, когда выигрывают тендера с ценой в 1 тенге. И даже уже есть в 1 тиин, что есть полнейший абсурд с точки зрения здравой логики, да, и тем не менее это жизнь, это документы. Вопросы, связанные с конкурсом из одного источника. Если до реформы законодательства по госзакупкам у нас где-то было порядка 20%, сейчас могу ошибиться, плюс-минус там 2-3-4%, вот, по закупу из одного источника, сейчас это за 50 ушло. То есть валят тендера, потом, значит, говорят, все, ничего не получается, вот мы назначаем его, он у нас больше всего подходит, и он будет из одного источника. Коррупциогенная норма, абсолютно коррупциогенная, ее, то есть, нужно однозначно искоренять. Углубление дальнейшего двустороннего сотрудничества обсудили в Брюсселе казахстанские и европейские парламентарии. В здании Европарламента прошло 14-е заседание Комитета парламентского сотрудничества Казахстан-Евросоюз. Стороны отметили, что отношения между нашей страной и ЕС вышли на качественно новый уровень. ЕС является основным торговым и инвестиционным партнером. На долю Евросоюза приходится 50% внешнеторгового оборота нашей страны и более половины всех привлеченных иностранных инвестиций. Парламентарии приветствовали успешное начало временного применения соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве. Казахстан и 9 стран ЕС уже ратифицировали этот договор. Стороны выразили надежду, что остальные страны сообщества и Евросоюз в скором времени также завершат этот процесс. Во время встречи затрагивались и вопросы упрощения визового режима ЕС для наших граждан. Мажилисмены отметили, что Казахстан в одностороннем порядке облегчил визовые требования для европейцев и ждет такой же ответной меры. Коллеги подтвердили необходимость укрепления двустороннего диалога высокого уровня в сфере безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам. По итогам заседания принята совместная декларация. Мы обсудили широкий круг вопросов, связанных с ситуацией на Ближнем Востоке, в Сирии, роли Казахстана в процессе урегулирования ситуации в Сирии, по вопросам, связанным с борьбой с терроризмом и экстремизмом, по ситуации в Афганистане, по Центральной Азии. И, конечно, сегодня отдельным блоком мы обсуждали вопрос укрепления взаимоотношений между Европейским Союзом, европейскими странами и Казахстаном. И сегодня мы можем с полным основанием сказать, что Казахстан является одним из важнейших партнеров, стратегических партнеров для Европейского Союза. Модернизация экономики и предпринимательства, ну, для инвесторов Евросоюза. Это очень важно, чтобы были действительно, ну, ясные условия, как делать бизнес в вашей стране. И, конечно, человеческий ресурс, образование, социальная система, модернизация или политической системы. Это более либеральное, более демократичное. И Евросоюз это видит как лучшая возможность сотрудничества. Между тем, в Стамбуле прошла встреча по углублению партнерских связей между СМИ и тюркоязычных стран. В ней приняли участие представители Министерства информации и медиа-менеджеры государственных телеканалов Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана и Турции. Участники форума обсудили вопрос обмена телепродукции, имеющих историко-познавательное и культурное просветительское значение, а также важность систематических мероприятий в данном направлении.
Как говорят представители СМИ, есть большой опыт, который они могли бы перенять у коллег в плане творческой реализации. Также в ходе встречи обсуждался вопрос повышения мастерства сотрудников. Представители казахстанской делегации, отмечая роль медиашколы в повышении профессионализма отечественных специалистов, созданной в Казмедиа-центре, выразили готовность к обмену опытом с зарубежными коллегами. Обмен контентом стал, так сказать, первым этапом, первой ласточкой в налаживании мостов сотрудничества. В частности, коллеги обсуждали первый опыт обмена историческими программами о тюркском наследии. Четыре государства, которые входят в Тюркский совет, обменялись своими историческими документальными фильмами. И, в частности, коллеги из Азербайджана и из Турции, представители национальных телерадиовещателей, достаточно высоко отзывались о продукции агентства «Хабар». Мы предоставляли 9 документальных фильмов. И, как вот наши коллеги подчеркнули, они с успехом прошли на национальных телеканалах Кыргызстана и Турции. В порту польского города Гдыня перевернулся плавучий док, в котором находился норвежский танкер. По данным местных СМИ, это произошло после обрушения грузового крана. В результате судно частично затонуло, а в акваторию начали выливаться нефтепродукты. Прибывшие на место пожарные установили подводные барьеры, чтобы не допустить загрязнения экологии. На борту судна находились до 100 человек. По словам спасателей, никто из них не пострадал. Точная причина инцидента пока не установлена. Мы можем подтвердить, что жертв не было. Все люди были эвакуированы с судна до приезда пожарных на место происшествия. Итальянская авиакомпания «Алиталия» в шаге от банкротства. Она будет продана или ликвидирована, если покупателей не найдется. Шансов выжить у национального перевозчика не осталось. Разработанный компанией план по спасению отвергли ее же сотрудники на внутреннем голосовании. В обмен на денежные вливания он предполагал увольнение нескольких сотен человек и сокращение зарплат летного персонала. Профсоюзы хотят видеть компанию государственной и требуют национализации, но в правительстве исключают эту возможность. «Алиталия» – крупнейший авиаперевозчик Италии и пятый по величине в Европе. За 70 лет существования лишь несколько раз компания закрывала год с прибылью. В 2014-м 49% акций ее выкупила арабская Etihad Airways. Но, вложив больше 1,5 миллиарда евро, доходов так и не получила. Ежедневные убытки «Алиталии» достигают 500 тысяч евро. Ошибка, я думаю, была допущена в управлении компанией, ее менеджерами. Не надо забывать, что «Алиталия» – компания с отменной репутацией и не раз выигрывала международные премии. Решением, на мой взгляд, могло бы стать увеличение числа маршрутов на дальние расстояния. Но этого не было сделано, потому что самолеты «Этихад» обслуживают эти маршруты. «Алиталия» же выполняет полеты на короткие расстояния, например, по Италии, где не выдерживает конкуренции со скоростными поездами и с компаниями «Лоукост». Солнечная электростанция мощностью 1 гигаватт в скором времени может появиться в Чернобыле. Соответствующий проект разрабатывают несколько профильных государственных структур. Летом концепцию представят на Экспо-2017, чтобы найти партнеров для реализации задачи. О перспективах возобновляемой энергетики в зоне отчуждения Анна Панащук. 31 год минул с момента одной из самых масштабных катастроф в истории человечества – взрыва на Чернобыльской атомной электростанции. Уже сегодня зону отчуждения рассматривают как перспективную территорию для внедрения проектов по возобновляемой энергетике. Во многом это стало возможно благодаря строительству нового саркофага, который в конце прошлого года накрыл 4-й энергоблок и ближайшие 100 лет будет обеспечивать безопасность в регионе. Ввести в эксплуатацию саркофаг планируют в ноябре этого года, после чего можно будет приступать к реализации еще одного масштабного проекта – строительства солнечной электростанции в зоне отчуждения. Люди, задействованные в реализации проекта, будут в безопасности. Новое укрытие над аварийным энергоблоком защитит от радиации. Мы взагалі зону відчуження ділимо на дві частини. Зону отчуждения мы делим на две части, две трети которые находятся ближе к внешнему периметру. Предполагается, что это будет радиационный биосферный заповедник. Одна треть территории – это ближайшая площадь вокруг Чернобыльской станции, которая по результатам исследований загрязнена трансурановыми элементами, период полураспада которых составляет 24 тысячи лет. То есть 24 тысячи лет там опасно жить и вести хозяйство. Эту часть территории Чернобыля определили как зону специального промышленного использования. Сотню гектаров выделили под строительство солнечного парка. Его предположительная мощность – 1 гигаватт. Для начала запустят 1 мегаватт. Необходимая инфраструктура для таких мощностей в Чернобыле есть.
У нас есть наявные действующие энергетические мережи. У нас есть в наличии работающие энергетические сети, которые функционируют и находятся в действии. Они строились под Чернобыльскую станцию. До 2000 года станция работала, и сети рассчитаны на мощность 4000 мегаватт. Скорее всего, такое количество они уже не подтянут из-за физического износа. Но до 2 мегаватт почему бы и нет. О планах развивать солнечную энергетику в Чернобыле украинская делегация расскажет на Экспо-2017. Сейчас продумывают концепцию проекта, чтобы заинтересовать инвесторов. В первую очередь задача состоит в том, чтобы найти партнера, чтобы найти инвестора, чтобы ознакомиться с теми передовыми наработками, технологиями, которые на сегодняшний день есть в мире, в отрасли чистой энергии. Ведь там, в Казахстане, будут посещать этот форум не только производители чистой энергии, там будут венчурные фонды, там будут ученые, там будет весь тот бомон, который сегодня работает в мире над развитием чистых проектов. В госэнергоэффективности подчеркивают, у Чернобыля есть возможность вернуть статус одного из крупнейших производителей электроэнергии в Украине. Не исключают развитие в зоне отчуждения и ветровой энергетики, а также строительство энергоаккумулирующих станций. Анна Панащук, Михаил Мищенко, специально для Хабар-24, Киев, Украина. Тем временем Казахстан и Саудовская Аравия намерены развивать энергетику возобновляемых источников энергии и отрасль нефтехимии. В Астану прибыли делегаты из Саудовской Аравии во главе с министром энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Халедом Аль-Фалехом. На встрече с министром энергетики Казахстана Канатом Бозумбаевым также обсуждалось внедрение технологий и ноу-хау. Стороны готовы для дальнейшего сотрудничества. Халед Аль-Фалех от имени короля Салмана поблагодарил президента Казахстана за приглашение участвовать в выставке Экспо, где планируется представить проекты в области сбережения энергоресурсов, которые могут быть полезны и нашей стране. Компании Саудовской Аравии намерены сотрудничать с Казахстаном в области возобновляемых источников энергии. Возможно, это будут технологии, связанные с ветровой энергетикой. Компания «Маадэн» заинтересована в развитии минералогии и горнорудных твердых ископаемых в вашей стране. Также нам интересны проекты атомной энергетики. Творить добро учатся юные жители Усть-Каменогорска. Для воспитанников коррекционных школ города молодежь устроила музыкальные фестивали, конкурсы художественной самодеятельности. Все номера ученики подготовили сами. Концертную программу разрабатывали после уроков, репетировали до позднего вечера. Дебют удался. Концерт прошел под зрительские овации. Теперь окрыленные успехом волонтеры планируют сделать фестиваль ежегодным и приглашать особенных детей со всей области. Я считаю, что это очень важно помогать старшим, младшим, неважно кому, дарить им добро, так как в первую очередь мы интеллектуалы нашей страны, также мы люди, которые должны быть самыми человечными и добрыми. Вечер профессионального бокса с участием казахстанских и мировых звезд состоится в период проведения 55-й конвенции Всемирного боксерского совета. Мероприятие пройдет в рамках Экспо с 25 августа по 1 сентября. На хранение в штаб-квартиру организатора выставки уже передали флаг конвенции. Главным событием вечера станет бой за звание чемпиона мира по версии WBC, которая будет транслироваться в более чем 40 странах мира. Руководство WBC прислало нам целый список боксеров, которые изъявили желание приехать в Астану. Это и Майвезер, и Пакьяо, и Майк Тайсон, и дочка Мухаммеда Али, Лейла Али. Очень широкий круг звезд, и все чемпионы, которые имели и имеют пояса WBC. Среди них, конечно, Геннадий Головкин, но в тот период, конечно, он, наверное, будет готовиться к своему бою, но все равно мы будем вести переговоры о возможности его тоже посещения. И о погоде: пасмурные дни с частыми дождями сохранятся на большей территории республики. Местами дожди будут переходить в мокрый снег. Температура воздуха ожидается холоднее обычной на 2-5 градуса. Такая погода, обещают метеорологи, продержится до первых дней мая, после чего осадки постепенно начнут прекращаться. И в тыл холодным арктическим фронтам придет теплый воздух. Температура повысится сначала на западе республики, а после и на всей территории страны. К этой минуте все. Спасибо, что были с нами. До встречи на канале Хабар 24.